Артур, ну что, можно поздравить тебя с пришествием в новую команду «Салават Юлаев». Вот, каковы впечатления? Спасибо. Я очень рад здесь быть. И это классная команда с большими целями на сезон. И, надеюсь, смогу помочь ей. А для себя какие-то цели поставил? Как ты планируешь себя показать здесь в новом составе, в новой команде? Ну, пока что таких целей не ставил. Самое главное – играть как можно лучше. И главное, чтобы команда побеждала. Кого-то из игроков из этого состава, ты с ними знаком? Играл когда-нибудь? Да, я играл вместе с Зубарем, Вишневским, Соповым и Филатовым. Уже сказали, когда сыграешь первую игру за «Салават Юлаев»? Я пока что еще ничего не знаю. Ну, посмотрим, это решение тренера.